Всем привет! И в этом видео я покажу мое путешествие по реке Амур. Это я такая вот сонная, и мы переносимся сразу на берег, где я демонстрирую, как я могу качать сап-доску. Я выкладывала здесь по полной. Конечно, руки очень сильно забиваются, но я очень-очень-очень старалась. А это китайский мост, я впервые его увидела, это прикольно выглядело. Это я такая вот на спорте, такая вот красотка. Это я с папой, мы уже переплыли мост. И здесь я демонстрирую, как мы плывем, и показываю, как мы проплываем через мост. Вот такой вот он большой. Ну как, не сильно большой, но по сравнению со мной он большой. Это я такая вот пиратка Карибского моря. Мы приехали на остров. Конечно, не необитаемый, но там мало следов человечества. Чайки летают. Угу. Сопки вон, посмотри какие. Вон, сопочки. Красивые. Здесь уже виднеется наш город, где много многоэтажек. Мы пали в небольшой штормик, но мы его прошли. Было очень круто. Просто супер. Сейчас это уже не те волны, которые мы прошли, были больше гораздо. У нас вся сумка мокрая. Но мы не унываем и плывем дальше. Ну и мы уже начали подплывать к нашему берегу. Подпишись на канал, у меня много интересного.